У калининградского политзаключенного, осужденного за фейки об армии на 7,5 лет, больного раком Ивана Барышникова, умерла 96-летняя мама. Она лежала, он за ней ухаживал. Игорь Барышников, простите, я оговорился, Игорь Барышников, конечно, издал определение о передаче мамы под опеку. Женщина, которая жила заботами сына, жертва Холокоста, отнимается от сына и спустя считанные, буквально считанные недели умирает. Говорят, Евгения Вениаминовна была физически не так плохо, для них полная неожиданность тоже. Сегодня она много и долго звала сына. Игоряша, Игоряша, с этим и ушла. Конец цитаты. Вот как с этим будет жить страна? Не судья, а женщина в Калининграде, которая выносила свое людоедское решение в отношении, по сути, двух людей. Адвокат Мария Бонстер, которая защищает Игоря Барышникова, сказала, это смертный приговор двум людям. Вот как с этим страна будет жить?